В год театра в России весьма символично свое 80-летие отпразднуют театр оперы и балета. В дальневосточном регионе это единственный старейший театр. Подтверждение этому – солидная аудитория. По возрасту, конечно, у нас больше старшее поколение нас посещает, если брать в целом. Такая проблема есть, но мы ее потихоньку решаем. Омолодить зрителя планируют запуском нового проекта – творческой лаборатории молодых хореографов. Приглашают как местных талантов, так и гостей из рубежа. Главное задание – представить постановку на тему бурятские легенды и сказки. Здесь есть именно творческая работа, чтобы искать и нового, как сказать, взгляд. Я считаю, что это вот хорошо. А как будет, мы все вместе будем посмотреть. Работы молодых хореографов покажут зрителям, чей строгий суд и определит победителей. Эти счастливчики в дальнейшем смогут показать свое мастерство на сцене театра в виде полноценных постановок, балетных спектаклей. Чего вы ожидаете вот от этого мероприятия? Это же волнительно первый раз. Только успех. Только успех. Только успех. Я считаю, что потому что в любом случае в театре вершина всех усилий – это успех. Кастинг хореографов объявят в ближайшие дни. Проезд и проживание конкурсантов театр оперы и балета берет на себя. Любовь Абрамова, Федор Моданов, телекомпания АТВ.